снимать в рабочем Дмитрий порядке. Бутусов во вторник собрал штаб по подготовке к весенне-полевым работам, первый в этом году. Зампред правительства по агропромышленному комплексу объявил о начале планового порядка по подготовке к весеннему севу. Со следующей недели хозяйства Орловской области приступят к ремонту техники. Хочу отметить высокую достаточно готовность наших сельхозтоваропроизводителей. И тут, конечно, это уже мастерство и опыт, поскольку наши аграрии все-таки надеются на себя. И мы видим по запасам минеральных удобрений. Кстати, это было отмечено на федеральном уровне, что Орловская область сегодня один из лучших регионов в части работы с минеральными удобрениями. В 2017-м посеять намерены в масштабах не меньше прошлогодних. По словам Ирины Митькиной, в 2016 году показатель посевной площади стал рекордным за последние 10 лет и составил 1 270 500 гектаров земли. В 2017 году проведение ярового сева в хозяйствах всех форм собственности планируется на площади 720 тысяч гектар. В том числе планируется посеять 446 тысяч гектар яровых зерновых и зернобобовых культур, 207,4 тысячи гектар технических культур, 2,5 тысячи гектар картофеля и 1600 гектар овощей.